Индикатор стохастики является техническим индикатором, а именно он нам показывает зону перекупленности и зону перепроданности на рынке. Как он выглядит, разберем в следующем примере. К примеру, мы видим некое движение на рынке. Мы видим рост цены, а также ее падение. Индикатор стохастик, он сформирован из двух линий, а также два уровня. Первый уровень – это уровень 80. Уровень 80 показывает нам зону перекупленности на рынке. И второй уровень – уровень 20 – показывает нам зону перепроданности на рынке. А также две линии. Первая сплошная линия является основной, поскольку вторая прерывистая линия является сигнальной. Тогда, когда две линии индикатора находятся выше уровня 80, они находятся в зоне перекупленности, то есть на рынке доминируют покупатели. И когда линии индикатора находятся ниже уровня 20, они находятся в зоне перепроданности. На рынке доминируют продавцы. И сейчас давайте разберем те самые сигналы на покупку и продажу, которые показывает нам индикатор стохастик. В тот момент, когда линии индикатора пересекаются и пробивают уровень 80 сверху вниз, это является сигналом на продажу. И когда линии индикатора пересекаются и пробивают уровень 20 снизу вверх, это является сигналом на покупку. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на торговом терминале. К примеру, возьмем пару евро-доллар. Чтобы использовать данный индикатор, мы заходим в индикатор, выбираем осциллятора, выбираем стохастик. У нас открылось окно с параметрами. В периоде мы меняем параметры 5 на 12. Остальные параметры мы оставляем по умолчанию. Окей. Таким образом выглядит данный индикатор стохастик. Мы видим сплошную и прерывистую линию, а также два уровня 80 и 20. Как я вам говорила ранее, когда линия индикатора находится выше уровня 80, цена находится в зоне перекупленности. И в тот момент, когда линии пересекаются и пробивают уровень 80 сверху вниз, это является сигналом на продажу. Когда линии индикатора находятся ниже уровня 20, они находятся в зоне перепроданности. И в тот момент, когда они пересекаются и пробивают уровень 20 снизу вверх, это является сигналом на покупку. Используя индикатор стохастик, мы определяем зону, диапазон перекупленности и перепроданности на рынке. Таким образом, мы можем использовать индикатор стохастик в торговле. Спасибо за внимание.